Здравствуйте, дорогие любители волейбола, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Spike Volleyball. Это мобильная версия. Наверное, это будет продолжение уже. Кстати, только вчера была обнова. Вчера я снял первую часть прохождения «Путь к профи», да? И только за сегодняшний день я видел, два раза уходила обнова. Два раза фикса какой-то. Не знаю, что пофиксили, но вот лично у меня появился вот это вот coming soon, типа «скоро». Скоро будет еще одно обновление, там намекают, интересно какое. Но пока что, как и обещал, вы посмотрели очень хорошо, вы поставили много лайков. Если что, вот я так вчера, сегодня утром видео выложил, да? А вы уже посмотрели очень хорошо, поэтому я не буду тянуть долго. Давайте дальше приходить. Радость волейбола, эта часть, эта глава называется. Так что давайте смотреть, кто этот загадочный парень. Черноволосый. Сохи, почему я здесь? Рад тебя видеть, спасибо, что пришел, я Мадера. Пожалуйста, не звони мне без предупреждения. В межсезонье я просто хочу побыть один, за исключением тренировок. Завтра у него матч против Нисикавы. Привет! Нисикава? Кое-это имеет отношение ко мне. Я как раз подхожу к этому. Было бы здорово, если бы ты сыграл с Шиу. Ты хочешь, чтобы я сыграл? Я не хочу напрягаться. Вау! Ты все тот же. Этот характер. Он мог бы быть тем игроком, которым Сикава так отчаянно искал. Ты можешь помочь? О, он? Я не уверен, что он настолько хорош. Ладно, я понимаю. Я действительно не хочу напрягаться на выходных. Чью, ты лучше не слишком дави на Ямадеру. Если Ямадера первым получит мяч, это причинит беспокойство. Причинит беспокойство? Интересный выбор слов. Мы что, с ним будем играть? Ну, вряд ли. Ну, давайте посмотрим, что тут интересного, что с этого выйдет. Там, подача, прием. Ничего интересного пока не происходит. Ребята работают, но я, конечно... Ого, блок пробили. Это я, наверное, плохо прыгнул на него. О, нормально. Хорошо, подачка. Подача. О, кстати, я уже ваши комментарии читаю. Огромное спасибо, что пишете, поддерживаете, лайк. Я, как обещал, и сразу же снимаю. Я обещал, что я сниму продолжение. Я, например, снимаю на следующий день. Если что, я пришел с работы. Я бы не очень хотел сегодня записывать это видео, но... Прием. Ой, какой ужасный прием. Ну ладно. И так ударим. Музыка интересная. О, приемчик. Брат, прим. Нет, нельзя. Ну, нормально пойдет. Забавно, что я пробил в дальние края, а он ударил словно в ближний. Ох ты ж, какой удар хороший. О, а где прием? Чунмин, ты чё там? Чунмин, ты чё там стоишь, зеваешь? Я что за тебя должен принимать все эти мячи? Ой, какой удар плохой. Ой, а что с лицом? А чё, приемчиков нету? А? Вроде прокачаны, хоть у меня у всех троих прокачана защита. Да чё-то как-то не особо-то помогает эта наша защита. Ой, перекидывай. А, какие молодцы. Прием. Прием не от меня. Еще и... Они сами играют не лучше, чем я, на секундочку. Подача. Опа, она вылет. Это неплохо. Это просто перекину, значит. А я приму. А я дам пас. Ой, неплохо. Ой-ой-ой, еще и взяли. И, ребята, молодцы. Не дай бог, я еще эту партию солью. Не хотел бы сливать на видео такие партии. О, неплохо. Нет, не-не-не, завязывайте там. Еще перекинь мне туда, ага. Ах ты. Ах ты жук, ну нельзя так где такое делать. Боже. Ты что, все решили тащить сегодня? Что-то это только вторая какая глава, а мне как бы что-то уже не очень весело на ней. Не, ну вообще, Оазису бы пару мячей пропустить. И будет очень даже весело и интересно становиться сразу играть. Пока он не пропустит, там через него пару... Опа, какая скидочка. Оля, как он умеет, наш Чулмин. Хоть у меня Чулмин, это единственный герой из троих не С-класса. Ой, нам было вниз, наверное, ударить. Зря я немножко сыграл с Ивова. Ну да ладно. 4-2, кстати, такие долгие атаки. Может быть, даже обрезать это дело. Ой-ой-ой. Ой-ой, кстати, эта тренировка же проходила первая интереснее. Спокойней, не так напряженно как это. Блин, что ради вас не сделаешь, конечно. Все просите вот это вот. Сними полностью, блин, вот эти. О, нормально.
Ну, это чисто из-за того, что блокирующий прыгнул на первое касание, поэтому я пробил вниз. Опа, а чё замок? А чё за замочек был? Видели, вот чел бежал, у него замок. Вот, нормально. Это мы пропустили 3 очка. Мистер Оазис немножко стал веселее играть. Но это недостаточно. А, вот видите опять замочек? У моего игрока бы замочек какой-то был, что это значит? Хотя в той команде человек играет. Мне здесь типа играет. Прием, пожалуйста, примите. Примите, спасибо большое, вы такие добрые. Хорошо, хорошо. Кстати, друзья, я не забыл, забыл вам кое-что попросить. Не забудьте поставить свой сочный лайк. Без ваших лайков... О, блок, да, вот этот самый лайк. Без ваших лайков не будет следующего видоса, ладно, что будет. Ну, может, финал-то точно будет. О, подсетка. Я когда подсетка, все так хорошо идет. Мне кажется, это моя судьба бить и подсеткой бить. Нормально, а когда подсетка? Блин, почему все это матчи тренировочные, а когда будет не тренировочные? Или вот это все произнес... Ух, ого, нифига себе. А куда он ударил? А как он мимо блока вообще ударил, прикиньте. Бля, мы еле приняли этот удар. Ага. А я все равно подсетку, кстати, нахожусь. Вадис, молодец. Ставить жирную точку в этом противостоянии. Счет 10-5. И, конечно же, мы с вами отправляемся. Ну, я пойду смотреть рекламу. Кстати, написали, на андроидах нет рекламы. Вот вы халявщики. А у меня она после каждого вот этого тайм-аута. Кстати, знаете, что рекламы не было? Зато босс сразу же 3-2. Ну, ладно. Итак, Шью, что? Ты просто нечто. Спасибо. Но играть вот так в волейбол, это весело. Прости. Я Исахи, и я... Мы играем в волейбол или уже больше 10 лет. Ничего себе, у нас пожилая получается. И я не мог не заметить, почему ты не выкладываешься на полную. Я делаю все, что в моих силах. Возможно, тебя что-то тревожит. Я хочу увидеть, что ты по-настоящему способен. На что ты способен. Ну, давай. Итак. Ля, а я Мадера. Ах, ну почему я? Наконец-то, давай, покажи, что ты там можешь. Кстати, написали в комментариях, что чел, людям уже выпадают вот эти вот персонажи. О, блок, что там, что с лицом, все в порядке, я Мадера. Майна. Самое забавное, что... Без комментариев. Вот о чем говорили люди, которые говорили... Мне интересно... А блок, аут, он слал. 15, еще до 15. Явно это... О! Ну, мне кажется, эта игра будет повеселее, чем предыдущие все. Нормально, нормально, нормально. Друзья, не нужно напоминать мне, что нужно играть хороший пасик. Блин, Оазис, он... Знаете, чтобы Оазис заиграл, нужно играть либо на автопилоте. Назовем его так. Ой, как плохой удар вниз. Либо играть на ручном управлении, чтобы Оазис заиграл. Либо нужно подождать, пока он пропустит а-ля очков, я не знаю, так 3, 6, 9, желательно 12, чтобы он заиграл. Блин, мои пацаны уже совсем что-то не двигаются. Ужасный удар, потому что далеко от сетки. Ого, 2-2, друзья, 2-2. Мистер вот этот вот ящик ума Мимара собрался меня выигрывать, что ли? Опять ваут. Ну, знаете, меня на самом деле беспокоит то, что вот... Ладно, пока ничего не беспокоит. Бля, да, лучше меня беспокоит. Опа, Оазис. Оазис молодец, конечно, злись. Пожалуйста, Оазис, злись. Будьте как никогда не в себе. Говорят, Оазис очень высоко прыгает. Опа, скидочка, 4-3. Пока что меня все устраивает на моей команде, они у меня. О, какой удар. Прием. Оазис не успел, пас на Оазиса и... Ой, нормально, Оазис пробил. Хорошо. Хорошо. Говорят, что у Оазиса самый высокий прыжок. Друзья, это правда? Что он типа выше всех прыгает. Ой, ну чё, блин, зачем ты взял? Блин, мне так бесит, когда у меня распасовщик принимает мячи вместо меня зачем? Ой-ой-ой. Вот что значит, да, мистер Оазис 3 пропустил, и мистер Солнышко сработал. Ой-ой-ой, еще раз 8-3. А что с ним происходит? Ребята, а что с лицом с вашим? Все в порядке? Ой, нормально, удар. Ой,
Ну и с моим лицом, конечно, что-то не то. Не только с их лицом. Ой, а по-моему, ты Ваути принял. Владис, ты, конечно, молодец. Блин, почему они через него не играют? Он уже атакующий. Он тогда же говорит, посмотрим, как ты будешь играть. А в итоге они через него даже не играют. Он первым темпом атакует, а ему даже пас не дает. Ой-ой-ой, Уайдис. Уже как приятно играть Уайдисом, когда вот у него, знаете, активируется этот скилл. Как приятно, мистер Челмин. О, Уайдис молодец какой. Уайдис пропустил третий. Смотри, как он высоко прыгает, капец. А у него какой-то скилл начинает работать, он там упрыгивает выше всех голов на свете. Видите, это не тот, не тот герой. Как бы тот герой, который у нас вон, черненький сзади, черноволосый, сзади. Но он почему-то здесь вообще не атакует, не берет на себя вот эту вот всю ответственность. Прием. Встречал мин. Ой, плохой удар. Я поздно ударил, по-моему. Вот видите, вот опять через него. Вот, а это уже 3 очка, опять 3 очко через него. То есть 6, да, получается. Мне кажется, он еще выше начнет сейчас прыгать. Начал, он быстрее выше прыгать. Ой-ой-ой, приемчик. Нормально пробили. Прием. Что это? Что было? А что было, почему так низко пас? Я что-то пропустил? Ладно. Здесь 7, и самое главное, не пропустить игру. Вот. Ну ладно. Я когда вижу такие удары, мне сразу становится не по себе, если честно. Потому что, ну ладно, главное, что я под сеткой. Нормально, меня устраивает полностью. Плюс 5. И кто станет чемпионом, конечно же, не знаю. Вот мы. Еще раз, неплохо. Плюс самое забавное, что здесь нет сложности. Но как бы нам и не нужна сложность. Мы же играем ради истории, правда? Ой, неплохо, 14-7. Ой, там что-то разбилось. Надеюсь, не у меня в комнате. И не наше лицо, главное, чтобы... Все, все, спасибо. Всем спасибо, все свободные. 15-7, мы старались. И, конечно же, сколько мы? 2 звездочки получили и громовых монет получили. И сейчас я уйду на рекламу паузу, а вы нет. Итак, у меня соединение почему-то пропало. Непонятно почему. Я проиграл, я просто недостаточно хорош. Нет, Ямадера, ты тоже невероятно сильный игрок. Что ж, я профессионал. Не очень-то... не очень-то приятно, когда тебя утешает игрок из старшей школы. Да, да, конечно, продолжай. Ладно, я тоже буду с нетерпением ждать вашей встречи с Нисикавой. Выкладывайся на полную. Неплохо, спасибо за старание. Сохи! Правда, пожалуйста, не звони мне вот так без предупреждения. Похоже, ты действительно не хотел напрягаться. Ты даже не вспотел. Он был первым, кто сдержался и не выложился по полной. В любом случае, мне кажется, что я вижу детство Нисикавы. Обладать такими физическими способностями и так играть, кто-то нормальный вроде меня не поймет этого. Ну что, друзья, продолжаем наш путь к Нисикаве. Опа. Это тот самый Нисикава? Да, думаю, наверное, это он. Итак... Ха-ха! Приятно познакомиться, приятно познакомиться. Я давно хотел с тобой познакомиться. Приятно познакомиться. Немного отличается от образа, который я себе представлял. Привет! Вот, и тоже здесь Ямадера. Конечно, я немного тревожился, поэтому пришел посмотреть. О чем ты говоришь, Ямадера? Ты здесь не для того, чтобы смотреть. Ты здесь для того, чтобы играть. Да, секунду. Ага, ну нет, 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 ладно. Когда дело доходит до таких парней, как мы, волейбол говорит громче любых слов. Ни слова больше, давай, поехали. Так, так внезапно? Прям сразу вот так вот? Это же не супер... Ой, это, кстати, уже не товарищеский матч, это уже что-то серьезное. Прием. А до скольки мы играем? До 10? Прием. Уайзис, принимай. Опа, скидочка. Никто не ждал. Интересно. Потом окажется, что Нисикава это мой старший брат. Или их невозможно... Ой, фига, у него скилл там работает. Молодец, молодец. Блин, интересно, как кого играть это с офигенным распасовщиком? А у меня такого нет, у меня только А-класса распасовщики.
Ой, нифига себе он бьет. Ого, мистер Чулмин там прыгает. Вы видели? Вы видели, как он выдал? Блин, ну вот этот чел хорошо атакует вообще. Ладно. Блин, что-то на самом деле с каждым матчем все сложнее играть, и это как-то, ну... Ой-ой-ой. Боже, какие блоки. Что творят эти ребята? Прием. Оазис. Мистер Оазис, спасибо за пробитие. Блин, что было бы, если бы он первым там давал пас? Ну, знаете, что меня радует? Меня радует, что этот... Ой, аут. Нифига себе, а что это? То мне дают шанс на победу, что ли? Чтобы вы увиделись в этой серии в финале? Может быть, и не увидимся, не знаю. Прием, брат! А, блин, надо было перекинуть. Неудобно бить. Неудобно, когда такие передачи раздаются, правда? Ну, лично мне неудобно. Вам-то, может, удобно. Надо было бить вниз! Он даже не прыгнул на блок, прикиньте. Блин, мой косяк, мой косяк. На самом деле, я что-то не подумал, что он не прыгнет. А он и не прыгнул. Блин, он так жестко бьет, это пипец какой-то. А этот мой пацан еле перебивает, когда вот такие пасы дают сзади вперед. Хреново взяли. Перекинули. Хреново взяли, но... Взят, возьмет. Чувствует, значит, что-то... Ладно, перекидывайте просто туда этот мяч. Нормально, ударили. Вот самое главное, знаете, попробовать вывести этот удар на нормально, удобно. Ну вот, это был неудобно. Но, по крайней мере, для Оазиса это удобно. Оазис проснулся у нас. Сейчас Оазису пас будет. Ого-го-го. Красавчики. Красавчики, пацаны. Мужики. Средняя школа. Ой-ой-ой. Ой, взял. Чумин, ты чё? С ума сошел, что ли? Ля, какие. Ничего себе. Они не перестают меня удивлять, это замечательная команда. Замечательная легендарная команда MJ Show. Ой, поздно прыгнул. Мог блок поставить. Блин, плохо ударил. Это, а, вот что это значит. Типа этот игрок не может бить. Это вот блок работает. Типа я не мог на блок прыгать, прикиньте. Видите, я не мог прыгать на блок. Ох, шуки, вот что эта херня работает. Вот как эта штука работает, оказывается. Блин, ну ты засранец. У меня нос чешется. Что делать, когда у вас... Что вы делаете, когда у вас чешется нос во время игры? Нормально. Хорошо пошло. Куда, куда нужно зашло, самое главное. Самое главное. Так, подача. Нормально, хорошо. Боремся, ребят, до 10 играем, кстати. Опа, спасибо. Спасибо, что не ударил. Блин, чё, блин? Чё ты... Ой-ой-ой, взяли. Взяли, ребят. Это скидер работает. Знаете, мне мячик дают за это. Ой, молодцы какие, еще один прием. Чулмин, я тебе... Блин, так близко, Чулмин мячи берет. Ты должен пасы раздавать, а не, пас... не вот, это, вот, вот этим вот заниматься. Блин, 6-4, конечно, неплохо. Ой, что? А че это такие? Он странно, мяч вроде прилетел по этой стороне, а он все равно... Ладно, неплохо. Ладно. Я как бы, ну, я не спорю, да, если вы забиваете такое, то, в принципе, я не против. Ой, хороший удар. Прием. Так, мой друг не смог забить, набрать очко, но там главная защита. Блин, это, конечно... Блин, вообще первым темпом через них вообще невозможно пробить. Вообще невозможно. Тачдаун написано. Ну, 7-5, как бы, тоже не победа. Вот они, вот оно, видите, я как-то вот вам рассказал, что я не ударил вниз, да? Это был тот момент, когда я почему-то прозевал. Если что, я вообще полностью не использую своего защитника, потому что я играю не на автопилоте. То есть он может блокировать практически любой бросок, а я его не использую. Ой-ой-ой, Оазис, Оазис. Мне так нравится, когда через Оазис забивают. Я столько, на самом деле, благодаря Оазису выиграл. Вот, вы видите, да? Вот когда вот эти моменты, когда вот игра идет на равных, и ты думаешь, вот-вот ты уже не пройдешь, а ты проходишь, потому что Оазис только сильнее становится. Итак, счет 10-6, друзья. 10-6, сколько мне дадут? Одну, две? Ну, одна. Она, это было, кстати, очевидно. О, это даже не золотая игра. Я думал, тоже за золотой супер матч, супер кубок. Ладно.
поднимет смотреть, что там. Итак, у тебя все хорошо получается, впечатляюще. Тебе, наверное... ты, наверное, ловок, Насикава. Я рад получить похвалу от игрока старшей школы, но похоже, ты все еще расслаблен. Я могу сказать тебе это, просто взглянув в твои глаза. Теперь, когда я разогрелся, я начну играть лучше. Ты хочешь сказать, что на самом деле не старался изо всех сил? На самом деле, я не прикладываю особых усилий, когда не нужен, не погружен в игру. Ты ведь тоже на самом деле не стараешься, верно? Не знаю, я потел, у меня ладошки вспотели, у меня телефон два раза из рук укладывался. А он говорит, что я... Или успел. Мне кажется, я пяткой этим. Ух ты ж. А это что за такие блоки странные? Это что за блок? Что за намек на то, что я его хрен когда пройду? Молодец, какой Вайс. Мой хороший. Тебе даже еще не нужно отдыхать, да, я так понимаю? Оооо, Вайзис. Ты давай этого Нисикаму, ну, как бы... Не нужно слишком его злить, а то он... Ой, молодцы какие, ребята. Дашь пас? Спасибо. Спасибо, вы лучшие, ребята. Скидочка! Ух ты, засранец. Чуть до 15, а... Давайте, ребята, не будем до 15 играть. Мне кажется... Блин, он на бот даже не понял. Что такое было? Че это он? Ну, он включил какой-то скилл и сам его засрал? Что? А че за скилл такой? Типа, он пробивает очень сильно? Интересно. Не, ну... Блять. И как я должен это брать? А что я должен делать? Бля, что я должен делать, я не понимаю. Не понял. Я столько засрал мечей, чтобы понять, что мне нужно просто на прием вовремя нажать. Да, неплохо, неплохо. Соси. Ой, извините, я вырвалась. Это эмоции, знаете, когда ты вот так вот. А что за звуки такие? Они меня бесят. Он как будто топает. Нормально, нормально. Оазис тоже так умеет. Блин, а что будет в финале, я вот думаю. Нормально, нормально, молодец. Молодец, хорошо играешь. Невероятно. Мне кажется, нужно почаще себя так топать. Ой, он перепрыгнул, кстати, очень сильно. Блять, Вайдис, ты чё, брат? Ой, я успел на второй блок, кстати, слава богу. Давай, заканчивай, Вайдис, молодец. 87, красавчик. Ты лучший. Блин, если бы я не успел на второй блок... Если бы в этой игре нельзя было успеть на второй блок... Вот видите, я же вам говорю. Если бы в этой игре нельзя было успеть на второй блок, то... Ой, какая скидочка. Ой, я даже не собирался прыгать на этот блок, если честно. О, он скинуть пытался, вот жук. Это, конечно, пипец. А что если я не возьму один из ударов? Капец, я думал, я солью эту игру вчистую, я ж проиграл. Ой-ой-ой, это Оазис. Это Оазис, вы ему еще 9-й просто не забивали, 12-й. Ой, неплохо. Неплохо я просрал. Прием. О-хо-хо. 12-9. А почему не 13? Это 13 будет. Прием, прием взят. Чел, мистер Челмир. Смотрите, как он Оазиса высоко начал давать, да? А представляете, что будет, когда он пропустит больше? Прием, мистер Челмин. Развлекайтесь. Браво. Я приму, мистер Челмин. Только пас дайте. Нормально, на вылет. Да. Я вам говорю, у меня в команде Оазис это просто человек, который творит чудеса в этой игре. Мы можем проигрывать очень сильно. А может в какой-то момент все пойти не по плану. Мистер Челмин начнет играть. Вот как сейчас. И причем, чем больше проигрывать. Мне кажется, это идеальный игрок для комбычного. Прием! Вайдис взял его. Ой, Вайдис не смог пробить. Вайдис... У него замочек висел. Перекиньте просто, пожалуйста. Спасибо, вы лучше. Блин, он на блок не может прыгнуть. Прием! Вайдис лучший. Вайдис, давай закончим. Блин, дайте Вайдису пас. Алло.
Блин, Уайзис принял один. Соло тащит эту херню. Пошел. А, все, Уайзис за замочек сел по очереди. Уайзис не мог принять. А, как я должен принимать? Я уже не помню. А если сейчас она бьет мне кучу всего? Прием! Домой! Уайзис, прими, брат. Пожалуйста, не доводите до того момента, где нам нужно будет с вами потеть уже сильно. Прими. Нормально. Старайся. Прими. Уайзис, ты лучший. Блин, Уайзис столько мячей взял в защите, капец. Мяч, конечно, улетает очень много, но он уже, о, сколько, 3-4 подряд. Блин, да он легенда, мне кажется. Ой, ну это 12-12. Ну давай. Прием. Все, дай Уайзис, он закончит. Нет, не закончит, ёпта. Уайзис, ты что не заканчиваешь? Ё-моё, Уайзис, это плохо. Блин, а это еще не финал даже. Блять. Что-то я рано букер расслабил, да, я так понимаю? 14-14, это 16 игра. Печально. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Прием, брат. О, а мой тоже так умеет высоко прыгать, да? 15-15, игра вернулась. Итак, я под сеточкой. Сука, в смысле, блядь? На! Чувствуете, чувствуете, Уайзис как? Главное не обосрать теперь все. Ой-ой-ой. Блин. Что происходит? У меня ладошки потеют. Господи, я не готов был к такому суперматчу. Уайзис опять равняет. Невероятно. Мне кажется... Боже. На вылет! 18-17! Одно очко! Уайзис, давайте, ребят! Чуточку, давайте! Ауч, ты что творишь? Ты что, брат? Может, хуйню не возьмем? Пиво и не взяли. Сука. Ну-ка. Прими, брат. Блять. Все. Ребята, я старался. 18-20. 18-20. Ой, не могу, друзья. Ой, не могу. Не, ну мы старались. Лично я старался, у меня ладошки вспотели, и что. Это очень важно. Ну что, я считаю? Я считаю, все должно быть так, как оно есть. А именно, финал должен быть отдельной серией. Поэтому, друзья, не забудьте поставить свой сочный лайк, если хотите продолжение. А вы, я видел, как умеете ставить лайки. Вот. И вы обязательно увидите, чем закончилась замечательная история. Ну, конечно же, я не пропущу 4-2. Мы обязательно должны победить эту команду легендарную. Ну, я уверен, что я много пропустил по своей вине. Точнее, по своей самоуверенности и вере в Оазиса. Просто нужно сыграть немножко поувереннее и... немножко постараться получше. В общем, друзья, всем хорошего дня, всем побед, всем счастья, здоровья, любви. Всем пока-пока. Не забудьте поставить свой.